Всем здравствуйте, всем доброе утро. Вот утро у нас началось с жареной рыбы. Никак мы не привыкнем правильно питаться. Что душа просит, то и едим. Еще позавчера нажарили, никак не съедим. Все, нам то некогда, то забыли про эту рыбу. Решила вот перекусить. Что-то хочется крестьянского. Вот рыба и наш доморощенный лук. Очень вкусно. Такой лук хороший вырос. Чай с мятой заварила. Вот сейчас буду пить. Горчичка твоя. Горчичка, да. Состояние немножко получше делается. Три укола уже прокололи. Вроде идет на улучшение, но все равно слабость еще. Хочу сказать немножко про деда своего. Тут дети наше видео тоже смотрят. Им интересно, что и как. Пролежал он больше, чуть больше 10 дней, наверное, 11 выписали. Больница была какая-то экспериментальная, лаборатория, типа лаборатории. Там как такового врачи обход не делают, а как их интерны. В основном ходят, смотрят больных, и практиканты вот эти помоложе, которые. Ну, сделали ему там все УЗИ, все проверили, сердце и живот весь. Ну и, в общем, пролечили. Курс лечения закончился, они его выписали. Жидкость откачали с легких. Да, откачали литр жидкости с легких напоследок. Прям вот откачали, и через 2 часа уже мы его привезли кроме домой. Той жидкости с брюшной полости. Ну да, живота с брюшной полости сразу в первый день откачали. 14 литров. Ну, это не сразу, а сразу литров 8. И потом, говорит, всю ночь трубка была вставлена, текло, стекало. В общем, за сутки вот 14 литров с него вышло. Живот сразу, конечно, опал. И сам он сразу с лица все отеки сошли, и руки все, в общем, привели в норму. Ну, потом вот кололи уколы сердечные, таблетки давали какие-то. И вот последний день рентген сделали, у него жидкость в легких опять собралась. Уже весной ему один раз откачивали больше литра. И вот, все, привезли домой. Ну, а диагноз ему там какой написали? Ставят они диагноз? Диагноз я еще не видела. Они просто написали предписание, что пить дома, а этот выписной этот лист отдадут участковому врачу. Это надо будет к врачу ехать и узнавать, что и как. Сейчас, тем более, они на дом не приходят, онлайн. Или же самой туда ехать и спрашивать, как и что дальше. Ну вот откачали с легких жидкость, была прилеплена такая, как лейкопластырь крест-накрест. Как повязочка. Как да. Повязочка, да, прилепили. Там дырочка там небольшая, буквально прям вот, ну, миллиметр, наверное. Шприцом, наверное, откачивать, я даже не знаю, чем. Ну, говорит, не больно, ничего, сделают обезболивающее такое местное и прокалывают. Ну вот, привезли, сразу накупали, переодели, посадили. Таблетки сразу сходили, купили. Все подписали, когда что пить. Прям на коробочках, чтобы самим не забыть. Ну, в основном мочегонка, чтобы не отекал. Сердечный. Да, давление, чтобы давление нормой было все время. У него все время повышенное. Ну, сейчас вот сидит, смотрит телевизор. Счастливый, что вернулся. На улице все равно не выходит. И хочет, сил нету. Счастливый, что вернулся домой. Что телевизор, а то там все равно как вот 10 дней, без, когда привыкнешь к цивилизации, тяжело же без телевизора. А что там даже в коридоре нигде не было телевизора? Не было. Сидели как, и все. Это плохо. И еще и без интернета. Молодежь-то вся, наверное, с интернетом там сидит. Ну, молодежь, телефоны у них сенсорные, да, а эти айфоны, наверное, есть что посмотреть. Ну, молодежи там не очень много, он сказал, в основном лежат все такие возрастные. Кто с сахарным диабетом, кто сердечники, кто вот с водянкой, как он. Кормили там хорошо.
Я только хотела сказать, все равно больница хорошая. Да, больница неплохая, кормили хорошо, говорит, и салаты двух-три. Кто-то к нам пришел. Всем здравствуйте, а то я что-то не поздоровалась, пока снимала маму за кадром. Сегодня у детей забрала я котенка. Это они и звонили нам в дверь. Слышу, они с ним там вошкаются на улице, вошкаются. Котенок маленький. Они нет, чтобы его накормить. В общем, они с ним, не знаю. Он орал там с самого утра. Мы еще спали, уже слышали, что орет на улице какой-то котенок. Ну и что вы думаете? Я его забрала у них, притащила домой. Теперь надо кому-то его пристроить. Сейчас я его искупаю. Сейчас он от себя приходит, они его, видимо, затаскали. Мы его закрыли, он спит. Сейчас поспит, накупаю, глистогонку сделаю. Может, кому-то надо, пишите, доставлю. Хотя в этом мне мало верится, что кому-то надо. Как всегда, кошечка. Котенок еще не запущенный. Ну да, его, видимо, только выкинули. Я тебе покажу. Вот такая красотуля. Он еще и толстенький, и даже не блохастый, просто грязненький немножко. Он ел рыбу, ты ему помешал? Нет, он уже не ел рыбу. Вот накормили. Ну как не забрать? Дети маленькие, таскают. Не знаю, что делать. Что делать, не знаю с ним. Сейчас проверю, еще на горшок ходит или нет. Ну, за 3 дня я все равно научу, будет ходить, куда она денется. Да, моя красавица? Что такое? Что такое? В общем, смотрите, реклама. А вдруг кому-то надо? И повезет бедной кисы. Она найдет хозяев и дом. Да, моя хорошая? Ой. Я с сегодняшнего дня решила опять правильно питаться. Сейчас буду себе что-нибудь готовить диетическое. А то уже как колобок. Я как приехала в прошлом году, забросила это правильное питание и все. И тут Остапа понесло. Вообще уберу хлеб из рациона. Забыла с утра взвеситься. Завтра с утра я взвешусь, запишу. И хотя бы за 10 дней посмотрю результат, есть или нет. Но думаю, что будет, если жрать-то поменьше. Хлеб и сладкое надо вообще исключить из рациона. А остальное по мере возможности. Посмотрим. Проверим свою силу воли. Есть ли она или ее уже, может, нету. Сейчас буду, наверное, гречку себе сварю и пожарю овощи на гриле. Ну, в общем, сейчас полазю, посмотрю рецепт и что-нибудь да приготовлю. Сейчас я покажу. Видите, где он у меня сидит? Я его посадила в корзину для грязного белья. И сидит она здесь у меня. А что, у нас же собаки да кошки. Они просто так мимо нее не проходят. Всем же интересно, все любопытные. Скажет, кого она еще притащила. Сейчас придет в себя, потом искупаю. Дальше что делать, не знаю. Надеюсь еще, может, кому-то нужен будет. Кто-то позвонит да заберет. Видите, как она рычит или урчит. Дети затаскали, она слишком затасканная. Видно, что ее недавно выкинули. Вот, сидит, своими глазенками хлопает. Это хорошо, сейчас еще хотя бы не холодно. Они хоть как-то где-то, да, хоть не замерзают. А зимой же, это больная тема моя, это же ужас какой-то. Идет на улице мороз, они бедные сидят, трясутся, сколько их погибает. Короче, кошмар.
Вот, сиди, моя хорошая. Потом будем учиться в туалет ходить, а потом будем дом тебе искать. Сейчас немножко в порядок ее приведу. А вдруг? Надо никогда не терять надежды. А вдруг? Я знаете, сколько пристроила? Ну, больше 100 точно. Правда, дальнейшую судьбу я не знаю. Были такие люди, что брали, а через 2 дня я видела этого котенка уже выброшенного назад. Всякое было. Есть, которые до сих пор меня благодарят за моих животных. Собачек я раздавала, там вот недавно меня благодарили за моего щенка. Всякие люди есть. От этого никуда не денешься. И также я думаю, каждый может дать шанс хотя бы одному животному. В общем, я надеюсь, что я его пристрою. Должно повезти и мне, и ему. Ей, вернее, это девочка, кошечка. Мурлыка, видите, какая. Вот так жарю себе овощи. У меня был дома баклажанчик. Пошла, сорвала перчик. Все это присолила полчасика. Ну, минут 20 это постояло у меня. И вот у меня есть такая грильница, или как ее сказать. Вот, в общем, на ней жарю. Там варится у меня курочка закипела, ну, бедра куриные. И сейчас еще гречку сварю. Угу. Баклажаны хорошо прожарились. Вкусненько получилось. Тут между делом и нянчусь сразу. Уже в лоток сажала. Но пока не исходила, но все обнюхала. Вот дала сметанки. В общем, и готовлю обед, и нянчусь со своим подкидышем или найденышем, как сказать. Или спасенышем. Не знаю, как правильно сказать. Я где-то читала, что одна спасенная душа списывает тебе 40 грехов. Представляете, если это правда? Вот сейчас поставлю еще гречечку варить. Овощи уже пожарила, курочка кипит. Сейчас гречку еще поставлю. И можно будет трапезничать. Вот такой вот обедик я себе соорудила. Приятного мне аппетита, буду кушать. Мои планы резко поменялись. Позвонила мне подружка с Екатеринбурга, приехала сюда в Караганду. И вот я собралась, еду к ней. Сейчас будем с ней встречаться. Не виделись мы долго, ну лет, наверное, 10 точно. Не знаю даже. Поэтому котенка не купала, ничего не делала. Быстро помыла посуду, собралась. И вот вызвала такси, жду, еду к ней. Вот она, моя подружечка, наконец-то мы встретились. Она веселая женщина у нас, так что не обращайте внимания. А, она даже девушка говорит. Девчина. Ждем такси, хотим ехать к ее тете в больницу. А его все нету и нету. Приехали мы в больничку. Есть такая вывеска. Зона риска. Ну, Марина пошла передачу относить. Я говорю, я подожду тебя здесь.
Нет, я, пожалуй, выйду с этой зоны риска. Что-то там все в комбинезонах ходят страшненько. Ну, хотя же говорят. Можно поймать там, где даже и не предполагаешь. Передачи принимают до 7. Время сейчас уже 46 минут или 47. Успеет, не знаю. Но ушла. Бесконечно заезжают скорые. Скорые, такси бесконечно отъезжают, приезжают. Да, блин, жутковатое место. Привезли больного. Скорая прям с мигалками заехала. Очень жутко здесь. Я вот стою, мне прям жутко. Атмосфера нехорошая такая. Уже скорые одна за другой заезжают. Ага, эти никого не привезли, сами приехали. Ну вот я стою минут 7, 5 скорых заехало. Вот такая движуха в больничном дворе. Подъезжают, отъезжают, привозят. Сейчас загрузили. Я встала немножко неправильно. Этот стенд как раз мешает. Вот загрузились опять. Сейчас, наверное, поедут. Ужас. Что-то она ушла, и так долго нету ее. Может, там очередь? Пока нету, жду, стою ее. Блин, ничего, ну обидно, что кабаки-то не работают. Ну и как мы пойдем, аж обходить вот так будем, что ли, аж до туда перехода? Вон, смотри, баба же как-то пошла, сейчас посмотрим, подглядим за ней. Она на свой страх и риск пошла, ты хочешь? Я побыстрее за ручку. Чтоб нас штрафанули камеры. И что? Как у тебя на спине что, блядь? Штрих-код написан? Ну ладно, я буду. Давай, побежали тогда. Бежи быстрее тогда, потому что ты догонишь, все. Давай, давай, давай. Жить тебе в больнице. Как последний сейчас. Перешли дорогу не в положенном месте. О, цветы от романтика. Я думала, это... Сегодня воскресенье или суббота? Вот суббота. Суббота? Суббота, да. Народу вообще ноль. Караганда пустая. Хотим положить деньги на телефон и нигде не можем найти. А, вон есть. Здесь же можно? Нет, наверное. Почему?
Решили выпить шампанского. Марина пошла искать консультанта. Че? Ну, на кассе давай спросим. Ну, давай, да, спросим. Потому что мне просто интересно. А зачем тебе коробка? Я просто не понимаю, почему здесь написано белое сладкое, а здесь сладкое игристое. Вот чем она... А, Италия, чем мы с тобой смотрим? Вот же Италия. Ага, точно. Все, зачем нам, правда, коробку таскать? Не нужна она таскать, потом ее из дома еще выкидывают. Давай. Ты взяла? Нет, ладно. Еще ничего не взяла. Да вот такой какой-нибудь кусочек бери. Ты Маздам любишь? Ну все равно. Я все люблю. Хочется какой-нибудь Вот такой, Марин, такой кусочек возьми. Давай маздамчик тогда возьмешь. Давай. Это печенье с маздамчиком. Маздамчик все равно вкусный. Надо ей побольше дырок, не надо. Давай. Ну все. Зачем йод же у меня пакет? Да? Все в порядке? Еще раз. Нарочно. А, у вас отдельная. Все? Да. Сейчас материться, чтобы я Яндекс. Яндекс или Ютуб? Не надо, Мариночка, не надо. Ну ладно, я не буду. Только давай когда никогда я курьера. Ну ладно. Вот, купили два шампусика. На троих соображаем, хотим посидеть. Сейчас приедет еще какая-то Маринина родственница. Быстро посидим, да я домой поеду. Как рванет. Не надо. Готова? Да. Только не рвай. Не бойся. Тут все по красоте. Так ты еще, получается, толком и не отдохнула с дороги-то, да? Да, конечно. Ну, ты спать-то долго не любишь. Ой, мне кто-то звонит. Тебе помешать? Ну, конечно. Да. Вообще же, когда худеешь, шипучку нельзя пить. Да? Прикинь, ты меня сегодня как совратила. Это что такое? Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Это ПП. Какое ПП? Самое правильное.
Ага, какая. Давай, Ирина, не каждый день встречаемся. Давай. Ну, за встречу. Сколько лет мы не виделись? Мне кажется, лет 10, да? Если не больше. Даже больше, думаешь? Может быть. Нет, ну лет 10 точно. 10, наверное. Ты как-то зимой приезжала, я помню. Да, да, да. Да? Ты еще в этой работала. Дом быт. Да, да, да. Это, прикинь, это я еще даже не на себя работала, да? Да, 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 да. Или на себя уже. Нет, наверное, нет, на себя, да, на себя. На по-моему, себя. С каким-то да, напарником. Да, 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 да. С этим. Ну, давай. Давай. Будь добром. Угу. Ммм, какое вкусное. Да, Асти хорошая. Очень-очень вкусно. А хоть что? Ты куда-то выставил? В ТикТок, что ли? Нет, в Ютуб. В Ютуб? Ее лицо видно будет? Да? Давай, расскажи про гуся. Я за материться так надо. Не, ну ты там можешь пропустить или пикнуть. Вера нас будет смотреть. Можешь привет ей передать? Или ты с ней общаешься как-то в одноклассниках? Нет, что-то давно уже не созванивались. Ну, не списывались, вернее. Она все время такая молодец, все время мне пишет комментарии. Спасибо, Вера, тебе за комментарии. Половинку, Марина, мы завтра работаем. Я тебе половинку лью. Хорошо сидим, но очень душно, очень душно. Все мокрые мы. Следователь рядом где, да, или где? Нет, 73. А что здесь еще исследователь живет рядом? Ну, в смысле, ты бабушки. А потом не доложит тетка, что-то. Ну, пусть доложит, Валя. Ну, мы что, маленькие люди, что ли? Маленькие люди. Маленькие для дети. Ира, садись уже, хватит снимать. Домой на такси, да, Ира? Да. Сейчас. Ну, это уже стихотворение разговариваемся какое-нибудь тогда. Давай тост. Нет. Скажи хоть. За встречу я сказала, Ир, тост. Нет, ты на камеру скажи моим подписчикам. Не за мне. Встречу. Подписчикам привет. Подписывайтесь на Ирин канал. Ставьте лайки и комментарии. Колокольчик внизу. Спасибо, Марина, спасибо. Дай ему ничего не будет. Да, надо кукать весне. Ой, все, хорошо так посидели, наелись от пуза. Чай вот допиваем, наболтались, молодость вспомнили. Короче, насиделись. Я остаюсь ночевать, домой уже не поеду, время уже, наверное, 11, да, где часа? Время уже час ночи. Час ночи? 16:01. Охренеть, мы болтаем. Все, сейчас будем спать, ложиться в постель, да будем лежать, болтать. Добрый вечер всем, я уже дома. Мой бездомыш оказался беспокойным котенком, никак не может привыкнуть, видимо. Его только от кошки выкинули, он постоянно ищет мамку, дал здесь жару. Боится собак. То на руках сидит, то вот посадили на печку, сидит, наблюдает сверху за всеми. Вот такое вот видео у меня этот раз получилось, не пойми что. Ну, буду монтировать и выкладывать. Что есть, то и покажу вам. Всем пока-пока, до завтра, завтра что-нибудь сниму поинтересней.